Первые ласточки. Вербите официально дан старт деятельности российского движения школьников. Ученики среднего звена из двух школ города дали клятву и повязали галстуки членов РДШ. Российское движение школьников – это общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. РДШ стремится объединять и координировать людей и организации, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения. А также одна из целей движения – формирование личности. На сегодняшний день пятиклассники из первой школы, шестиклассники из десятой первыми в Ирбите вступили в ряды российского движения школьников и дали клятву. Стараться приносить пользу своей семье. Семье, школе, городу и родине. Обещаем. Быть честными и справедливыми. Обещаем. Многие видят прямое сходство РДШ и пионерий. По сути, современное движение взяло лучшее от советской организации, дополнив свой устав положениями, актуальными для нашего времени. И пока, возможно, не все дети до конца понимают, какая сейчас на них лежит ответственность. Но галстук РДШ обещали беречь и быть достойными членами российского движения школьников. Анастасия Махнашна, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС Ирбит.